Анапские ярмарки пользуются большой популярностью как среди жителей, так и гостей курорта. Здесь можно приобрести качественную фермерскую продукцию по ценам ниже рыночных. Это стало возможным благодаря поддержке администрации. Она предоставляет бесплатные площадки для торговли. А вот благоустраивать свои рабочие места фермеры решают по-своему. Дорожка между торговыми рядами не только обрела новое покрытие, но и стала значительно шире. И вот на первой же после ремонта ярмарке позитивные изменения отмечают как покупатели, так и продавцы. Проход был очень узенький, щебенка, с колясками, с детками невозможно пройти. А бабушкам, лично и мне уже я к этому отношусь, очень трудно, пыли очень много. Когда ветер задувает на зелень, это гигиенически неправильно. Ну и вот решили, и вот это нам тротуарчик сделали. Великолепно. Здесь такая была грязь, здесь не пройти было, особенно когда дождь. Это же вообще страшно было, что мы все в грязи были, приходили домой, тем более с коляской. В качестве материала для покрытия дорожки использовался декоративный бетон. Такое покрытие и выглядит эстетично, и прослужит долго. В ближайшее время деревянный бордюр уберут, а территорию выровняют с помощью щебня. В планах забетонировать площадки и под торговыми точками.